Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутраве пятикомнатную квартиру, 4 плюс 1, вот с таким панорамным видом. Вторая линия от моря. Рядом улица Барбаросса. Вся инфраструктура присутствует также поблизости этого проекта. Проекту 12 лет. Отсутствует только бассейн. Есть, как говорится, просторный сад, беседка, зона барбекю и открытая парковка. Быстренько покажу вам вид. Сегодня у меня эксклюзивный вариант съемки. Я с террасы прямо начну снимать. Постараюсь показать сад. Вот открытая парковка. И вот там у нас сад и зона отдыха. Вот такой вид на горы. Вот такая огромная терраса, также есть зона, гриль можно установить. Ну, на любителя, кто что хочет, может сделать с этой террасой. Вот такая просторная терраса. Ключи только у нас, обращайтесь, цена очень хорошая. Сразу говорю, 83 тысячи евро, срочная продажа. Вид. Барбаросса, 250 метров до моря. Крепость Алании. Освещение там, очень красивый вид по вечерам. Закат, солнце оседает там. Оф, красиво. Начну снимать квартиру. Первая спальня. Немножко не убрано, извините, дорогие зрители. Вызвали срочно, потому что продажа. Вот такой у нас санузел просторный с ванной. И с видом на крепость Алани. Такая лестничная площадка. Будем спускаться на нижний этаж. Здесь не убрано, тоже спальня вот такая. Где-то 11-12 или 13 квадратных метров между ними. Спустимся вниз. Айда 50 лир. Вот такая просторная прихожая. Тут обувь. Здесь у нас санузел первого этажа. Есть также система комби. Теплая вода зимой, летом. Здесь у нас комната. Вот еще спальня. Просторная. Еще одна просторная спальня. Такая. С выходом на балкон. Вот такой балкон. С этого балкона также есть вид. Также видна крепость Алании. Горы. И здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Пардон. Здесь не убрано. Выход есть на балкон. Продается вот в таком виде, с мебелью, но все нужно выкинуть, купить новое и поставить. Ну, кондиционер вроде Vestel рабочий. Бытовую технику можно ставить. Просторная гостиная. Можно сказать, что она отдельная кухня. Можете закрыть, дверцы сделать, и будет вам отдельная кухня. Здесь вот такой балкон просторный. Вид на горы, вид на море. Также вид с этой стороны. Вид с этой стороны. Вид на крепость Алании. Есть у нас также качелька. Кресло такое. Вот вид. Хочу подвести итог. Открытую парковку я не показал. Присутствуют два лифта. До моря максимум 250 метров от моего места расположения. Срочная продажа.
280 квадратных метров, а 50 лир, цена 83 тысячи евро. Номер указан в описании, звоните, как пирожок уйдет. Также, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал, комментируйте. Также есть у нас Telegram канал, который называется Hot Alani, там тоже у нас горячие предложения. Порой я не успеваю снимать, мы там делимся. Все, с вами был мистер Агасси из солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.